Роуз, ребята, сегодня я постараюсь найти осколки и постараюсь найти алмазы. Это будет самое прикольное выживание. Садитесь с печеньками и смотрите это прикольное видео. Приятного просмотра. Смотрите. Я появился у меня дома и добуду чуть-чуть дерева. Оно мне пригодится. И посплю чуть-чуть, потому что спать очень надо. Как всегда, разложу ненужные вещи. Ну и пойду копать храм. Так, это займет очень долгое время. О, я что-то тут нашел. Это, походу... Что это такое? А, вот это какая-то какашка, я только не понимаю, что это такое. О, подозрительный гравий. Сейчас очистим, посмотрим, что там будет. Это какой-то осколок. И какой же это осколок? Давай, 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 интересно. И... Так, это осколок... Что? Это шахтер. Ну, нормально. Мяу. 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 Так, и следующий подозрительный гравий. Что же тут будет? Еще один осколок. Сейчас посмотрим, что это такое. И да, это какой-то череп. Ну, прикольно, у нас будет коллекция такая. О, вы посмотрите, еще один осколок. Что тут еще будет? Мне очень интересно. Давай, давай, давай. Что же? О, еще один череп. Еще один подозрительный песок. Что это будет? Тут что такое? А, это порох. Забейте. Выкапываем какие-то ступеньки. Это счет. Это еще что такое, я не понимаю. Вы тоже забейте. Это просто это не тайный проход. Это просто какая-то какашка. Я даже не понял, что это. Ну и по идее, если мы все соединим эти осколки, да, то мы получим прикольный глиняный горшок. Давайте возьмем его и подумаем, куда можно расположить. Так, сюда, если расположим, то тут будет некрасиво, не будет видно там. Ну, давайте. О, у меня ачивка. Бережная реставрация. Прикольно. Расположим его. Давайте вот сюда. Да, вот. Нет. Ну, как-то, ну... Короче, да. Давайте вот сюда. Расположим его сюда. И посмотрим, какой он красивый. Череп. Этот шахтер. И, ну, да, прикольно и красиво. Мне понравилось. Ну и дождемся ночи. Давай же ночь наступай. Давай, давай. Короче, все, я дождался ночи, и мы пойдем в эту шахту. Надо бы нам поднакачаться и подплакачаться. Короче, просто поищем алмазики наши любименькие. О, офигеть, редстоун не в глубинный сланец. Первый раз такое вижу. Ну, не первый раз, но, типа, это для меня редкость. О, лазурит. Лазурит, это прикольно. Сейчас добудем его. Лазурита много не бывает. Я бы добыл это золото, просто у меня нету железной кирки, видите? Нету железной кирки. О, прикольно, наш первый алмазик. Только у меня нету железной кирки. Ой, я чуть их не скопал. Короче, надо скрафтить железную кирку. Да-да, нам надо переплавить железо. Так, добудем еще один алмазик. Ой, там еще один алмазик, я не видел его. Так, да как же все протиснулся? Вот, алмазик. Так, раз. Раз, так, еще два. О, еще один алмазик, прикольно. Ну, всего у нас 3 алмазика, прикольный раз. Если что, я не буду вам показывать моменты, как я добываю очень много железа. О, еще один алмазик, я тем временем нашел. Еще один алмазик, только тут он... О, еще один алмазик, сколько же их тут? О, и всего их у меня... Ну, где-то у меня их 5 уже, прикольно, я рад. О, алмазик еще нашел. Вскопаем его моей железной кирочкой. О, еще один алмаз, это что такое, прикольно. И тут уже... Так, у меня получается 7 алмазов, да? Прикольно. Так, сбираемся наверх. Я уже забираюсь. О, все, я задыхаюсь. Надо быстрее выплывать отсюда. Сейчас задохнусь. Так, я выплыл. Я в каких-то закромах. Я даже сам не понимаю, где я. Уже наступает закат или рассвет. Я вообще хз. Сейчас надо посмотреть по карте, где я. А, ну я, в принципе, вообще недалеко от дома. Я сейчас найду и по карте приду ко мне домой. Так, а чем ты торгуешься? Дай-ка мне посмотреть, чем ты торгуешься. И... О, мангровые корни, точнее мангровый саженец. Это было бы прикольно, если бы я его добыл. Но у меня столько изумрудов пока что нет. Подходим к нашей деревеньке, то есть к нашему домику. И сразу же ложимся спать. Это уже наступила ночь. Как же мне... Точнее, сначала нам надо разложить вещи. Точнее, кинуть вообще, приплавляться железо, потому что его у нас очень много. Ну и скрафченного сундук. Туда положу тоже ненужные вещи, потому что у меня очень их много вообще. А наше железо переплавляется. Возьмем его пока. И это все. То есть я могу создать только один обсидиан. Я, конечно, его добуду, просто... Это очень мало. Значит, в следующей части мы отправимся за лавовым озером искать обсидиан.
И в шахте я пробуду очень много в поисках лавы. И мы будем заканчивать это видео тем, что у меня штанишки, я бы скрабил себе сет брони, но мы не успели. Короче, в следующем части мы построим портал в Незер и изведуем этот портал в Незере. Ну и скрабим себе полный сет брони. А с вами был я, Ханзи. Всем пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, это моя новая эмоция. Я ее добыл в результате, что в другом мире, когда играл, я нашел нюхача. Всем пока. И подпишитесь, потому что я сейчас болею. Простите, что, да, это видео получилось каким-то скучным, но я озвучил его скудно, потому что у меня я приболел очень сильно. Поставьте лайки. Всем пока.